три варианта к слову «работать». Почему все всегда ошибочно говорят «замок не работает» и при этом хотят использовать слово «arbeiten»? Ну да, могу сразу объяснить, потому что это универсальное слово в нашем языке. Люди работают, замок работает, телефон работает, ну или не работает, а также магазин, ресторан, который тоже может работать до какого-то определенного часа, и наш мозг всегда посылает такое любимое слово «arbeiten». Но здесь нет, ни в коем случае. В ситуациях, когда мы говорим о какой-то технике, о ее функциях, о ее работоспособности, да, то есть помогать нам эту функцию выполнять вместо людей. И вот эта функция будет сейчас связана с глаголом «funktionieren». То есть оно функционирует, но мы-то переводим «работает». Или если не рабочее состояние, тогда можно сказать «der Schloss», домофон, да, вот кнопочки, «die funktionieren nicht». Или «sie sind kaputt». Если один «Schloss», тогда мы говорим «er ist kaputt». Да, потому что у нас «arbeiten» связано только с человеческой деятельностью. Это люди работают. Ну а если вы говорите о каком-то заведении, аптека, магазин, ресторан, здесь тоже слово «работает» дает большую кашу в голове, и ни в коем случае нельзя брать слово «arbeiten». Не подходит сюда слово «функционировать». Это же не техника, не робот, который бы выполнял какую-то функцию. А как же сказать про магазин, про ресторан? И здесь есть целая конструкция. То есть она есть какая? «Ist auf», в диапотеке «ist zu». «Ist zu» значит «есть какая закрытая», ну или мы переводим «не работает». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если мои видео приносят вам пользу. С вами была Анжелика Чуси.